Всем привет! Немножко странное видео на моем канале, хотя когда-то я и снимал обзор на машинку. В общем, вот такая вот машинка для стрижки аккумуляторной, я ее разберу. Разберу в этом видео, но прежде чем разобрать, приятель попросил, говорит, ну покажи, говорит, что за машинка. Да ладно, в принципе, заодно и кто-нибудь увидит, кому это будет интересно. Ладно, слишком много рассусоливаю. В общем, ну упаковочка, да, такая ничего интересная. Вполне себе для продажи. Да, я, кстати, говорил, видел их и на Wildberries, их продают и на Озоне. В общем, где только не продают, по-моему, даже в Яндекс.Маркете. Я почему затеял этот обзор? Потому что есть огромный большой минус, который я нашел в этой машинке. И сейчас я его постараюсь показать. Но прежде чем это сделать, так, посмотрим, что у нас в комплекте. Под корытом, значит, здесь у нас кабель для зарядки. Заряжается она от USB. Что тут это? Масло, наверное. Щеточка для прочистки. И педали. Английский, французский, итальянский, испанский, португальский и немецкий. И русского нет. Ладно. Разберемся, наверное, без инструкции на русском языке. Так, в общем, да, вот она, аккумуляторная машинка. Отличается от других тем, что у нее вот такая вот здесь... И, в общем, я уже начал показывать, не договорил и уже начал показывать. Ладно, покажу сначала это. Значит, огромный минус, который есть у этой машинки, очень на тонкой ножке, вот здесь вот находится вот этот крючок пластиковый. Вот он сломался, и теперь вся эта конструкция, мы видим, вот она болтается. Я не знаю, как это победить, но, наверное, мне это и не надо, но, во всяком случае, вот, случилась вот такая вот беда. Ножка очень тонкая, она сломалась, и я думаю, что на других машинках она точно так же сломается. А говорил я про то, что вот эта вот вся конструкция интересно выглядит, потому что вот так вот мы ее поворачиваем, и таким образом регулируется... Я не знаю, я вообще никогда ни разу никого не стриг, и вообще машинкой ни разу никогда не пользовался, но было время, одно время, когда я их продавал. Вот. Ну, такое вот я вижу в первый раз. Ну, наверное, может быть, это как-то и удобно. Ну, в общем, вот так вот. Как это делается, я понятия не имею. Перейдем тогда к дисплею. Сейчас я сделал... О, включаем. Загудело. Ну, вот так вот выглядит дисплей с уровнем заряда аккумулятора. Еще раз включаем. Тут какие-то, может быть, когда-нибудь они загораются. А может быть, это просто полная ерунда. Посмотрим. Скорее всего, что датчиков никаких нет там и... Для воды, и для масла, и для еще чего-то там. Ну, может быть, левый загорается, когда есть... То есть, когда садится аккумулятор. В общем, вот. И вот эта вот конструкция, вот она теперь болтается. Как сделать так, чтобы... Вот, кстати говоря, все это в масле. Ну, масло, может быть, это и неплохо. Хотя для волос, наверное, это плохо. Наверное, надо это как-то почистить. В общем, вот, вот эта вот конструкция, вот она болтается, вот эта штука, это вот огромный минус. Легко сломать, я думаю, что вот такой вот крючок, такая вот беда. Вот так вот все это дело вот работает. Ну, наверное, как-то это можно использовать, я не, честно говоря, не знаю, ладно. Так, здесь металл, здесь вроде бы как тоже. Попробую включить, максимально близко показать. Но работает. Работает достаточно, да, мягко, плавно, хорошо, ладно. Машинки я встречал всякие разные, здесь даже как-то все неплохо, мягко. Бывает и хуже, да, конечно, там с таким с грохотом, с треском. Ладно, значит, вот эта штука тоже снимается. Тоже достаточно легко она у меня снялась. Здесь моторчик с эксцентриком остался. И здесь вот эта штука, которая туда-сюда елозит и отрезает кончики волос. В общем, вот, вот так вот. Ну, елозит, и ладно, в общем-то, вот. Без этой штуки, конечно, все это крутится здесь намного тише. Практически беззвучно вообще. Вот так вот. Вот и все, пора ее теперь разобрать. Чем я сейчас и займусь. И посмотрим, что внутри. Какой аккумулятор там стоит. Как задействуется зарядка, как что, ну, я не знаю, что там можно будет посмотреть. Обязательно надо посмотреть, что внутри. Все же любят посмотреть, что внутри. Я очень люблю, прям не могу. Дай мне что-нибудь только разобрать. Так, обычные защелки здесь, да.
Так, эта штука пластиковая. Все это, да, это тоже вот пластик, который вот пачкается. Стекло. Ладно, а так, а без стекла как? Здесь что? Тоже еще какая-то прослойка пластика. А как без стекла выглядит? А вот так вот выглядит. Это надо мне свет немножко приглушить, погасить. Да, вот так вот это выглядит. Ну да, без стекла сегменты видно. Наверное, здесь надо еще. Ну, вот эта часть достаточно трудно отошла. И здесь мы видим прокладку. И в принципе еще я вот думал, ну как это китайцы так сделали водонепроницаемую машинку. Может быть она и водонепроницаемая. Я проверять не буду, но на всякий случай хочется заострить на этом внимание, потому что резинка неплохая и прилегала все это очень достаточно хорошо. А, да, вот по этому бортику. Так, что там виднеется? 18650. Да. Так, контакты. Плюсовой, минусовой для зарядки. Ага, были на контактах. Ладно. Так, аккумулятор приварен. Приварен. Видим, что две точки там есть. У него он даже с обозначением на 1200 мАч. Так, я вообще ожидал худшего от этой машинки намного. А тут вроде бы... Ну вот аккумулятор здесь приварен, но в принципе даже если он выйдет из строя, я думаю, что поменять его не составит никакого труда. Плата такая серьезная. Ну, хотя как серьезная, просто плата и плата. Аккумулятор вращает моторчик. Моторчик вращается от аккумулятора. Развязка для управления дисплеем и для зарядки. И, собственно, ничего больше нет. Ну и выход на моторчик. Ну и кнопочка. Вот он. Ну что, моторчик крутится. Дальше я разбирать не буду. Понятно здесь, что здесь больше ничего такого особого нет. Сейчас я ее обратно буду собирать. Зато посмотрели, что есть внутри. Ну, в общем, очень даже и неплохо. Да, конечно, никакого датчика прочистки нигде не стоит. Понятное дело, что вот этот вот индикатор, сегмент, вот какой-то из них, какой вот этот, наверное, да, который говорит о прочистке, не знаю. Он ни на что не влияет. Вода. Датчика воды я тоже не вижу. В общем, или я плохо смотрю, может быть, кто увидит, напишите в комментариях. Вот вижу даже предохранитель на входе. Ну, в целом, я реально ожидал худшего и думал, что все будет иначе. А так вот вроде бы ничего. Ладно, пора это все на место собрать. О, работает. Ладно. Да, вот этот нож тоже как-то очень легко снимается, защелкивается, ну не знаю, нет, ну думаю, что держаться-то будет, он никуда не выпрыгнет, но как-то... Ладно, показалось. Работает? Чудеса. Но вот этот вот огромный минус, которого, по моему мнению, быть не должно, защелка вот эта, ну, у других наверняка тоже сломается. Ну, какая-то ерунда это. Вот так не должно. Хотя, может быть, кто-то и не пользуется этой пластмасской и не будет вообще этой, вот этой конструкцией пластмассовой пользоваться. Не знаю, нужна ли эта конструкция пластмассовая или нет. Все, отвалилось. Так, сходил, принес для примера нормальную, у которой вот этот вот ушко не сломано. Сейчас посмотрим, проверим. Ну, тоже как-то вот оно... Не особо там и держит. Хотя нет, держит. Вроде бы как и держит, но не знаю. Вот здесь ухо это еще пока не сломано. И, ну да, отходит вместе вот со всей этой конструкцией. А отдельно эту пластмасску. Но чуть-чуть приходится надавливать. Ну не знаю. В общем, если сильно не надавливать, наверное, она не сломается. В общем, есть вот такой вот недостаток. Я считаю это недостатком. Потому что ножка очень тонкая. И она легко сломалась. Вот на как вот здесь, вот, к примеру, и поэтому ничего уже не держится. Здесь это еще пока не сломано.
В общем, вот такая вот машинка. Я думал, что внутри там будет все намного хуже. Оказывается, там аккумуляторы на 1200. И вроде как и платка так неплохо выполнена. И, ну, вот она ляпается зато. Вот так. Все, на этом вот точно, пожалуй, все. Всем спасибо, кто посмотрел. Если было полезно, ставьте лайки, напишите комментарий, может быть, какой-нибудь. Буду очень благодарен. А я по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж и пока.